вы на канале Королевы Мистики. Сегодня я заказала на сайте Darknet куклу Барби Экзе, и уже с минуты на минуту курьерщик доставит ее прямо ко мне домой перед началом. Перед тем, как мы получим эту посылку, не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк и написать самый крутой комментарий, потому что именно он попадет в мое видео, как этот. Друзья, ну что, идемте скорее получать нашу посылку. Она уже стоит за этой дверью. Просто поглядите. О, вот он, заветный чемодан с этого сайта. Я не знаю, короче говоря, это очень опасная вещь, но Барби Экзе — это, блин, жутко интересная новая тема, которую снимают все популярные блогеры на Ютубе. И сегодня я заказала эту куклу себе. Она стоит очень-очень дорого, друзья. Ну, блин, оно того, я так думаю, что стоит. Давайте вместе с вами поскорее откроем эту куклу. Воу, жесть, просто поглядите, какая офигенная упаковка, ребята. Жесть, это реально Барби Экзе. Короче говоря, я пересмотрела весь американский YouTube Барби Хоррор. Это просто супер какой-то новый бум, новый тренд среди блогеров хоррор-серии. Короче говоря, ребята, мистика вам обеспечена после того, как вы получите эту куклу. В общем, в описании было написано то, что как только я распакую эту куклу, начнет происходить реальная мистика, друзья. Прямо сейчас мы с вами это проверим, друзья. В общем, разглядим получше упаковку. Поглядите, у нее глаза очень-очень стрёмные. Они какие-то красно-черно-белые, черные зубы. Ее платье все в крови. И повсюду на упаковке написано 3 AM. Друзья, если вы не знаете, что такое 3 AM, это на английском 3 часа ночи. Грубо говоря, если ты распакуешь проклятую Барби Экзе в 3 часа ночи, то она придет. Давайте, короче, скорее распаковывать и посмотрим, какая же это Барби внутри. Итак, ребята, смотрим, что же там у нас. Ого, я вижу ее белые шикарные волосы. Слушайте, какая она красивая. Реально, у нее тут волосы еще замотаны. Так, их можно, наверное... Ау, ау, жесть. Шевелюра, смотрите, какие красивые белоснежные волосы. И Барби выглядит достаточно, блин, прикольно. И платьице такое у нее зеленое. Выглядит она, конечно, прикольно. Очень у нее крутые белые волосы. Она... Ребят, жесть. Мне что-то померещилось. Помните куклу Барби, которую мне прислали вместе с Хэппи Милой из Макдональдса Барби Экзе? И она еще тогда в моем видео, кстати, это видео вы можете посмотреть на моем канале по ссылке в описании, вот оно как называется, ребята, она там сгорела, и она мне сейчас померещилась. Я не знаю, кстати говоря, напишите в комментариях, вы что-то видели, что-то вы заметили, нет, потому что мне какой-то Дим, ощущение, кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Вот, и ты, Дим, ты что-нибудь заметил? Потому что я что-то рассказывала про эту куклу Барби обычно, но, ребята, это просто какая-то жесть. Посмотрите, как она похожа по упаковке, да? Только и у этой все платье в крови, а это абсолютно нормальная кукла. У нее нормальные ботиночки, такие туфельки розовые. Посмотрите, что-то какие-то ноги, правда, у нее какие-то обожженные. У нее должны быть серьги. Ну, в коробке еще кое-что осталось. Давайте я достану. Офигеть. Просто гляньте, что внутри. Это пистолет Барби Экзе. Она реально хладнокровная убийца. Это реально игрушечный пистолет Барби Экзе. Посмотрите, он даже заряжается. Интересно, есть там патроны или нет. Ну, давайте попробуем стрельнуть, что ли, вот в сторону куда-нибудь. Жесть! Слава богу, ничего не произошло. В общем, пистолет игрушечный, так же, как и Барби. Давайте ее покатретни. О, господи, посмотри. Дим, посмотри, у нее какие-то... Вроде шевелюра шикарная, а здесь в середине голова какая-то пробитая, лысая. В принципе, ничего необычного. Ладно, ребята, так как... Блин, а у нее ноги связаны, погляди, как в гробу делают. Покойникам обычно связывают руки и ноги. А у нее были привязаны вот так вот волосы и ноги. Интересно, а зачем были привязаны ноги? Странно вообще, ребят. Ладно, давай распутаем тогда эти ноги ей. Что это было? Мама! Кто здесь?
Кто здесь? Барби? Барби Экзе, это ты? Офигеть. Неужели это туфли, блин, отвалились, напугали меня. Ладно, оставим туфли с пистолетом здесь. Барби Экзе, это ты? Здесь кто-нибудь есть? Давай проверим, что будет, если оторвать Барби Экзе голову. И поставим скрытые камеры. Посмотрим, придет ли Барби Экзе ко мне домой или нет. Я что-то слышу, и мне кажется, что она должна обидеться, если я оторву ей голову. Блин, она не отрывается. Жесть. Жесть. Ты слышал? Ребята, это очень рискованно. Короче говоря, смотрите. Я оставляю саму Барби здесь. А голову я забираю с собой. Мы ставим скрытые камеры. Наш таксист посмотрит, что будет происходить. А живет она или нет. Короче говоря, голова у меня. Все закрепил. Голову мы забираем с собой. И валим. Короче говоря, посмотрим. Может быть, будет что-то происходить. Барби? Барби Экзе? Что ты здесь делаешь? Что тебе нужно? Оставь меня в покое! Пожалуйста, уходи! Дима! Она напала на меня! Черт, что происходит? Отцепись! Давай, я спас... Дима, помоги! Ирина превратилась в Барби. Вот. Не понимаю, что происходит. Куда она идет? Что с тобой? Ирина? А что это на мне, Дим? Ты где? О, а что да? Это? Черт! Жесть! Что произошло? Напала на меня. Кто? Барби. Барби Экзе была здесь? Да, 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 да! Офигеть! Что, настоящая? Реальная? Я не понимаю. А что со мной происходило? Где кукла?
Где кукла, которую мы заказали? Она где, Дим? Я не знаю, она потерялась. Она Жизнь, давай, ее нужно найти срочно. Где ты? Блин, она что, в меня вселилась? Да. Я что-то помню отрывками. Дим, что она делала? Что она делала? Скажи! Она напала на меня. Как она выглядела? Ну, как Барби. С белыми волосами. Обалдеть! Она что, завладела моим телом? Да, да, она вселилась в себя. Она здесь, Дим, смотри, она здесь! Вот она! Жесть! Смотри, у нее руки подняты наверх. Блин, у меня такое ощущение, что все было как будто как бы... Как во сне. Кто-то звонит. Кто-то мне звонит. Дим, неизвестный номер. Неизвестный номер. Кто-то неизвестный мне звонит. Черт, может быть, это она? Ладно, берем трубку, ребят, берем трубку. Алло? Сбросили, но здесь у меня какое-то послание. Тебе осталось жить 5 дней? Господи, что это за бред? В смысле мне осталось жить 5 дней? То есть после того, как я заказала Барби Экзе, мне осталось жить всего 5 дней? Обалдеть, ребята, а если эти звонки будут продолжаться? Куклу мне уничтожать нельзя, мне нужно будет разобраться в этом. Блин, офигеть, ребята, это просто нереальная жесть. Просто жесть, короче говоря, я не знаю, что мне делать. Я не знаю, как мне быть и что делать с этой куклой после того, как она напала на меня. Я не знаю, что делать. И еще у меня осталось всего лишь 5 дней, друзья, я не знаю. Господи, что с ней? Дима, что с ней? Мне кажется, что ее глаза двигались. Мне кажется, что рот ее двигался. Дим, господи, давай ее поставлю. Я ее боюсь. Я ее реально боюсь. Жесть, господи. Стой здесь, Барби. Посмотри, ты видишь? У нее глаза шевелят. О, господи, нет! Барби мчится за мной! Барби бежит за мной! Ребята, вы это видели? Барби напала прямо на меня. Она ожила, она реально бежала. Вы видели? Это была живая игрушка, друзья. Я не знаю, что будет происходить дальше. Чтобы не пропускать видео, подпишись на мой канал и не забудь нажать колокольчик. Сделай красную кнопку серость. С вами была Королева Мистики. Всем пока! Отчетливо было слышно. О, жесть, еще одна голова. Воу! Всем привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня, друзья, мы с вами проверим одну легенду. Что будет, если в 3 часа ночи послушать Барби Экзе музыку, друзья, наоборот? Думаю, что будет интересно. Перед началом обязательно подпишись на мой канал и не забудь поставить лайк и написать самый крутой комментарий, потому что именно он, только он попадет в мое видео, как этот, друзья. Ну а я уже спешу показать вам, как выглядит аудиодиск Барби Экзе в реальной жизни. Итак, друзья, мне прислали вот такую кассету с Барби Экзе. Эта кассета, я не знаю, вы даже знаете такие кассеты или нет, раньше у нас все фильмы были вот на таких кассетах, вот на таких пленочных кассетах. И сегодня мне прислали Барби Экзе именно на такой кассете. Я не знаю, что мне делать, потому что у меня просто нет сейчас такого носителя, по которому я бы могла прослушать эту аудиопесню Барби Экзе. Поэтому я решила отдать эту кассету в специальный сервис, который находится у нас в городе. И мне с этой кассеты перезаписали на обычную флешку. С флешки я скинула на телефон, и прямо сейчас я могу вместе с вами прослушать эту проклятую музыку, музыку Барби Экзе, которая поется наоборот, то есть реверсивно, то есть в обратную сторону. В общем говоря, если послушать эту песню в 3 часа ночи, что-то произойдет. Прямо сейчас с вами это и проверим. Готовь сладенький чай, печенюшечки, и мы вместе будем слушать этот ужасный трек. Будьте внимательны, не пропустите, и, возможно, что-то внутри этой песни будет жуткое и криптовое. Лайк, подписка, погнали! Так, друзья, прямо сейчас эта песня у меня начинается. Включаем ее и слушаем все вместе внимательно. Так, погромче. Да-да-да, это точно песня Hi Barbie, только наоборот.
Вы слышите, да? Что это было? Что это было? Вы слышали? Погодите. Погодите, погоди. Вы слышали? Вы слышали? Там было «беги, беги», точно. Там было какой-то демоническим голосом было «беги» сказано. Обалдеть! Слушайте, ребята, давайте посмотрим, что будет дальше. Я вообще в шоке просто, я просто в шоке. Это реально какая-то проклятая песня Барби Икзе. Ничего не понятно, но я слушаю внимательно, потому что... Что? Там что-то было! Я что-то слышала, ребят, давайте перемотаем, попробуем еще раз послушать. Так. Там отчетливо было слышно, я слежу за тобой. Господи, ребята, Барби Икзе, что ли, где-то здесь? Голос очень мерзкий, как будто сущего ада со мной кто-то разговаривает, друзья. Ладно, слушаем дальше. Реально, это уже не смешно. Я как бы думала, что просто мы послушаем песенку наоборот, но получается, что внутри этой песни заложены какие-то демонические слова. И интересно... Вы слышали это? Сатана! Отчетливо было слышно. Ребят, сейчас, секунду. Там прям... Сейчас, на минуте. Что-то было еще сказано. Блин, не разберешь, не разберешь. Что? Что? Короче, на минуте где-то 29 было сатана. Я надеюсь, что вам слышно, друзья. Если, короче, если вам, друзья, не будет слышно, что реально слышу я, потому что, возможно, плохая запись из-за того, что кассета очень-очень старая, может быть, плохая запись, и вы не слышите, что действительно внутри кассеты, внутри этой аудиозаписи какой-то демонический голос, то обязательно вступайте в мою группу Telegram Ирина Ясинская, ссылка будет в закрепленном комментарии, а также в описании под этим видео, друзья, и напишите мне, я лично вам отправлю этот аудиофайл, и вы его послушаете, и потом напишите мне, выражите то, что вы услышали, возможно, я что-то пропущу, поэтому слушаем дальше. Воу. Очуметь просто, я такого не ожидала, я не ожидала реально, что? Что там? Еще какой-то, погодите, 2 секунды назад. Я не понимаю, но что-то там... Что? Господи, это ужас какой! Что? Там, походу, было... О, спасайтесь! Что-то такое было сказано, спасайтесь! Погодите, сейчас 2 секунды. Спасайтесь, точно, спасайтесь, ребята! Там какой-то стрёмный голос демонический говорит, спасайтесь. Нет, это что? Это что было? Это что было? Вы слышали? Это был какой-то стук, что ли, или что? Реально, мне становится уже не смешно, ребята. Реально, возможно, это работает. Поэтому никогда не повторяйте, не слушайте песню Барби Икзе. Наоборот, не заказывайте этот аудиофайл никогда. Что-то еще, возможно, он нам скажет, возможно, это какая-то загадка, возможно, нам нужно собрать все эти слова, выписать их. Не понимаю, там какие-то слова есть еще, но я их не понимаю. Что-то он говорит, что, я не понимаю, мне нужно больше времени. Что? Что?
Сейчас, ребят, я слушаю просто внимательно, что там, что он поет, что он говорит, точнее, в этой песне. Уходи, вот это я отчетливо услышала. Уходи. Да куда, черт подери, я пойду, если я дома? Это ты уходи. Тебя сюда никто не звал вообще-то. Ладно, слушаю дальше. Вот это да! Вот это здесь на куплете слышно абсолютно четко, ребята. И не пишите мне, что вы этого не слушали, потому что это реально слышно. Сейчас я отмотаю пару секунд буквально. Пару секунд. Прям... О, черт, как сложно. Так, пару секунд. И послушаем. Давай поиграем, было сказано. Сейчас... Ребята, вы это слышали? Давай... Что это? Что происходит? Я слышу какие-то шаги в коридоре. Ребята, вдруг это Барби Экзе реально у меня дома? Жесть. В общем, я была бы не я, была бы не королева мистики, если бы я это прямо сейчас вместе с вами не проверила. Так что отправляемся и посмотрим, что происходит там, за этой дверью. Так, а пока мы направляемся туда, мне жутко. Оцените, пожалуйста, все мои масочки. Кстати говоря, все это необычные масочки. Все они прокляты. И они работают, если их запустить. Так, ладно, проверяем. Барби Экзе. О, черт. Барби. Вау, кто выключил свет? Блин, включите свет, пожалуйста. Жесть. Так, 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 что происходит? Блин, офигеть, ребята, выключился свет. Что-то у меня с камерой, что ли, я не пойму, что происходит. Но я вижу, что какая-то лежит. Это зеркало Барби. Реально зеркало Барби. Что оно тут делает? Жесть, я не буду его трогать. Вдруг оно заговоренное. Вообще, вы знаете, что все зеркала это вход в потусторонний мир. Здесь еще домик Барби. Маленький домик Барби. Вот черт! Ребята, просто поглядите. Вот это жесть. Просто посмотрите. Вот этого я не ожидала. Это откуда все здесь? Вот это да. Это нифига, конечно, не Барби, но это куколки, которые, ну, типа подделки Барби Экзе. Посмотрите, она вся в крови. Здесь какой-то отрубленный игрушечный палец, кукольный красный глаз и шприц, ребята, жесть. Голова Барби, голова тоже маленькой куколки, посмотрите. О, жесть, еще одна голова. Жесть, ребята, просто три головы в домике куклы Барби, они выглядят ужасно. Кто здесь? Барби Экзе? Так, ребята, это моя проклятая кукла Наташа, которая аналог Аннабель. Кстати, это видео есть на моем канале. Предыдущее вы можете его посмотреть. Тоже очень жуткая история. Хозяйка этой куклы скончалась при непонятных обстоятельствах. Абсолютно совершенно. Возможно, она как-то тоже связана с Барби Экзе. И здесь какое-то платье, ребята, похожее платье на Барби. Что это? Блин, черт, опять выключился свет. Включите свет, Барби Экзе, это ты? Включите свет, пожалуйста, включите. Так, так, у меня что-то с камерой, она тупит, ребята. Я что-то слышу. Опять выключили свет, ребята, что же это за фигня? Почему выключается свет? Какого фига, блин? Включите свет, я боюсь темноты. Включите, мне плохо, ребят. Черт, мне плохо. Я не могу в темноте. Что произошло? Камера пишет. Ребят, вы тут? Что-то произошло, я вырубилась. Потому что часто отключали свет. Ребят, мне кажется, что здесь кто-то есть. Давайте-ка включим свет большой. Кто здесь? Барби Экзе, это ты?
Барби Экзе, это ты? Никого нет. Вау! Вау, ребята! Это Барби! Барби Экзе реально у меня дома в 3 часа ночи! Итак, ребят, я думаю, что пора заканчивать это видео, потому что действительно, если послушать песню Барби Экзе, наоборот, она придет к вам в 3 часа ночи. И челлендж, с вами была Королева Мистики. Всем страшной ночи. Пока! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королева Мистики. Сегодня мы с вами будем оживлять Барби Экзе. Для того, чтобы нам оживить Барби Экзе, нам необходимо Барби Экзе, свеча, молоко любого животного, миска, в которой мы будем готовить зелье для оживления этой куклы, мешочек с рунами, который поможет нам ответить на наши вопросы. А также еще один очень важный ингредиент, который я не буду называть, иначе YouTube меня заблокирует. Надеюсь, что вы готовы, и прямо сейчас мы будем готовить зелье Барби Экзе для того, чтобы оживить нашу куклу Барби. Итак, друзья, для начала мы берем миску и выливаем в нее молоко. Я надеюсь, что вам видно. О, запах отвратительный. Но оно того стоит. И далее мы зажигаем свечу. Ау! Гори, гори, гори. Мы зажгли свечу. И теперь мы можем вливать последний ингредиент в миску с молоком. Но это еще не все. Мы должны произнести заклинание. Открываем нашу пробирку, берем миску с зельем и вливаем туда необходимый ингредиент. Достаточно. Перемешиваем. И произносим заклинание. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Наше зелье готово, и теперь нам необходимо посадить туда нашу Барби. Мы окунаем ее 3 раза вниз головой и продолжаем повторять заклинание. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Барби Экзе, оживи и в мой дом приди. Все, это все заклинания, которые мы должны были произнести. Теперь нам остается немножко подождать. Итак, друзья, прошло уже 10 минут, поэтому я взяла мешочек с рунами. И сейчас я попробую узнать, ожила ли Барби Экзе, здесь ли ее душа, проклятая душа Барби Экзе, пришла ли она ко мне в дом, сработало ли мое заклинание. Итак, я спрашиваю у вас, душа Барби, ты здесь? Дух Барби, ты здесь? Дух Барби, ты здесь? Достаем руну. Руна говорит, что Барби Экзе здесь. Ребята, кто не знает значение рун, можете подглядеть в интернете. Эта руна означает «Зе» – «здесь». Так, отлично, ребята. Ну что, нам остается поискать ее, потому что очень хочется ее увидеть. Возможно, в этом нам поможет один очень известный метод, который помогает видеть духов. Когда мы обходим дом со свечкой, там, где злой дух, дым свечи становится темным и черным. Сейчас я попробую поискать злой дух Барби Экзе. Пойдемте вместе со мной. Барби Экзе, ты здесь? Посмотреть нужно все.
Барби Экзе. Ничего не видно. Свеча. Что это было? Кто здесь? Барби, это ты? С ней все нормально. Она в миске. И огонь. У нас пока нормальный, видите? Огонечек светлый. Ладно, пойдемте проверим другие комнаты. Душа Барби Экзе. Ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Ребят, мне кажется, что кто-то за дверью. Давайте посмотрим. Кого не видать? Я что-то вижу там, посмотрите. Что-то похожее на душу. Ребят, офигеть. Вы это видели? Там было что-то похожее на душу. Ладно, смотрим дальше. Проверяем все места. Здесь что-то есть? Здесь кто-нибудь есть? Ответь, Барби Экзе. Если это ты, ответь. Ответь мне. Что это? Ребят, я что-то слышу из ванной. Барби Экзе, это ты? Барби Экзе, говорят, еще можно увидеть в зеркале слово духа. А! Ребята, вы видели? В зеркале что-то было. Черт! Что это такое? Что это? Откуда это здесь? Какая-то полочка. Странно. Откуда она здесь? Ребята, в зеркале я увидела призрак. Я не знаю, была это Барби Экзе или, может быть, какой-то другой дух. Но в моей ванной, в раковине, лежала вот эта коробочка. Я сейчас пытаюсь ее открыть, но она каким-то странным образом закрыта. Нет ни ключей, ничего, и я абсолютно не знаю, что мне делать. Никаких подсказок, но я абсолютно точно слышу, что внутри этой коробки что-то есть. И как ее открыть? Я не знаю, давайте попробуем, может быть... спросить у наших рун, как открыть эту коробку. Руны, подскажите, руны, не бросьте меня, пожалуйста. Помогите открыть эту коробку. Откройте тайну, что в ней. Как мне ее открыть, пожалуйста, подскажите. Итак, выпала руна рыбы. Посмотрите внимательно. Эта руна означает, что я должна знать заклинание. Заклинание, которое откроет эту шкатулку. Давайте попробуем. Возможно, это то же самое заклинание, которое работало с Барби Экзе. Барби Экзе, приди и в мой дом зайди. Барби Экзе, приди и в мой дом зайди. Барби Экзе, приди и в мой дом зайди. Оу! Она горячая, она меня обожгла, ребята. Что-то там щелкнуло, вы это слышали? Возможно, сейчас получится открыть. Она открывается, ребята, просто гляньте. Что там внутри? Это какое-то украшение, ребят. Это какое-то украшение, поглядите. Очень красивое украшение из каких-то... камней, возможно, это даже бриллианты, что навряд ли. Как оно попало ко мне? И самое главное, чье это украшение? Возможно, оно принадлежит Барби Экзе. Меня пугает то, что оно черное. А это значит, что оно может быть проклято. Хотя мне очень хочется его надеть. Сейчас я попробую считать информацию с этого браслета. Мне нужна минута. Кому принадлежит, кому принадлежит? Открой мне тайну, кому принадлежит браслет? Открой тайну, кому принадлежит браслет? Вижу. Девушку вижу, девушку в черном. Девушка в черном танцует, широко раскинув руки. Широко раскинув руки. В одной руке ее нож, а в другой... этот браслет ее, он принадлежит ей, он принадлежит мне. Он принадлежит.
Что это было? Такое ощущение, что этот дух, владелец этого браслета, ненадолго проник в мою душу и в мое сознание. Это очень страшно, друзья. Как вы думаете, о ком я говорила? Кто это может быть? С широко раскинутыми руками и с ножом танцует в темноте в абсолютно черной одежде. Я понятия не имею, кто это может быть. Надеюсь, что вы знаете. И, пожалуйста, напишите мне в комментариях или в мой телеграм-канал, который так и называется «Ирина Ясинская». Друзья, переходите и подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы быть в курсе того, что происходит сейчас со мной. Ссылка будет в описании. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Жду вас в новых видео, друзья. С вами была Королева Мистики. Всем пока. Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня мы с вами будем пробовать бургер Барби Экзе из Макдональдс в 3 часа ночи. Итак, друзья, перед тем, как мы попробуем бургер Экзе Барби в 3 часа ночи, я попрошу обязательно подписаться на мой канал. Сделай красную кнопку серой, нажми рядом на колокольчик. Пожалуйста, напиши самый крутой комментарий, потому что именно он попадет в мое видео, как это, друзья. Сегодня будет потрясающе кринжовое видео, потому что много просьб у меня было снять именно это видео. Пробую и Барби Экзе еду, проклятую еду, где Барби Экзе, то, что она кушает. Вы знаете, что Барби Экзе обожает фастфуд. И сегодня мы заказали именно ее любимый бургер в Макдональдсе вместе с коробочкой Happy Meal из Макдональдс, ребята. В общем, мы открываем, а я надеюсь, что вы уже успели поставить лайк, и мы начинаем. Вам известно, что совсем недавно я заказала Барби Экзе на сайте Darknet и распаковала ее в 3 часа ночи, после чего в моем доме творились невероятно мистические вещи. Это вам также может подтвердить мой оператор Дима. Всем привет, да. Просто это видео вы можете посмотреть на моем канале по ссылке в описании. Вот так вот оно называется, это видео, друзья. А также вы можете зайти в плейлист Барби Экзе сериал и просмотреть все то, как это начиналось. Барби не просто веселая кукла, которая нравится вам с шикарными волосами. Есть ее темная сторона, которую мы пытаемся раскрыть и показать вам, донести до вас. Сейчас я расскажу вам легенду о том, что если попробовать бургер Барби Экзе в 3 часа ночи, начнет происходить настоящая мистика. А что конкретно, мы с вами узнаем совсем скоро. И прямо сейчас, друзья, я буду открывать этот Happy Meal, и мы узнаем, что внутри. Вот этого я точно не ожидала, ребята. Поглядите. Поглядите, игрушечка из Happy Meal, пластилиновая Барби Экзе. Это, можно сказать, ребенок Барби. Маленькая, и она вся какая-то, знаете, как будто бы она приготовленная из мяса. Но на самом деле, мне кажется, что это, скорее всего, пластилин, ребята. Но есть одно условие перед тем, как съесть бургер, который почему-то, друзья, па-бам, в обертке KFC. Поэтому я не знаю, почему это просто какой-то коллаборация, наверное, KFC и Макдональдса. В общем, сам бургер, поглядите. И я уже заметила, что он кровавый, розово-красный бургер. Но перед тем, как я его открою и попробую, да-да-да, ребята, я его буду сегодня пробовать, я его буду есть. И, божечки мои, я не знаю, что будет происходить в этом доме после того, как я его съем. Необходимо выполнить три самых важных условия. Первое. Нам необходима свеча, хотя бы одна, для того, чтобы обряд состоялся. Второе. Нам необходимо произнести заклинание Барби Экзе. Приди и накорми. Барби Экзе, приди и накорми. И третье, ребята, мы должны лечь спать. После того, как я усну,
якобы что-то будет происходить в моей квартире, в моем доме, в рамках этого дома. Поэтому я сейчас подготовлю все эти условия, и совсем скоро вы все поймете и увидите. Так, друзья, мы приготовили свечи, и сейчас я их подожгу. Они очень-очень уже прогорелые. Ок. Одна. У меня много свеч. Говорится, что чем больше свеч, тем велика вероятность быстрого... А! Здесь она какая-то это разломанная. Ну, в общем, эффект будет быстрее. По крайней мере, так в условиях прописано. У меня, вот видите, даже не все свечки загораются. Потому что под... Ладно, все. Все, эту не надо, эту я не буду. Тогда пусть будет 3 свечи. Хорошо, хоть какие-то зажглись, это старые свечи. Итак, куклу давайте мы вот так вот поставим. По крайней мере, вроде бы все правильно. Делаем так. И открываем наш бургер Барби Экзе. Смотрите, как он выглядит. Фу, кровавое мясо. Просто взгляните. Это выглядит отвратительно. Это даже невозможно смотреть на это. Невозможно смотреть не то, чтобы это употреблять в пищу. Это выглядит отвратительно. Но там что-то есть еще. Просто поглядите, котлета. А внутри мы видим красный леденец в виде петушка. И он, друзья, такое ощущение, что залит кровью, перемешанной с сахаром. Отвратительный проклятый леденец. И прямо сейчас на ваших глазах я его попробую, потому что мне безумно интересно, какой он на вкус. Пахнет он отвратительно, понюхайте. А, да, вы же не можете понюхать. Но поверьте мне на слово, пахнет он отвратительно. Какая мерзость! Какая, блин, мерзость! Омерзительно. Также мы видим, как будто бы здесь лежит питомец Барби. И, друзья, мне кажется, что он съедобный. Может быть, он тоже из какой-то конфеты. Попробуем. Не знаю. По-моему, это обычная пластмасска, и это... любимый питомец Барби. Оставим его пока рядом здесь. И теперь самое интересное. Бургер из крови. Я не знаю, Барби, наверное, любит сырое розовое мясо. Прямо сейчас на ваших глазах я проведу обряд и посмотрим, что же получится. Свечи у нас есть. Второе условие. Барби Экзе, приди и меня накорми. Барби Экзе, приди и меня накорми. Барби Экзе, приди и меня накорми. Черт, ребята, Ирина пробует. Бургер. Черт, она ест. Я все съела. Точнее, откусила. Отдает. Ирина, что ты чувствуешь? Я очень хочу спать, и меня жутко тошнит. Так, мы должны сейчас выполнить 3 условие. И лечь спать. Прямо сейчас, Дима, мы с тобой это сделаем, потому что вся мистика будет проходить только тогда, когда мы заснем. Yeah.
Черт. Ирина, просыпайся. Мне кажется, я что-то слышал. Ирина, просыпайся. Че? Мне кажется, я что-то слышал. Какие-то звуки посторонние. А сколько время? Время 3:00 ночи. Звуки? Черт. Точно, мы же ели бургер Барби Экзе. Я тоже слышу. Что-то на балконе. Здесь кто-то есть? Никого здесь нет. А шум точно слышал, да? Да, кто-то на улице. Офигеть, иди сюда. Смотри, осторожно. Я там кого-то видела, вон внизу. Видит камера. Похоже на розовое платье. Там внизу. Там вон возле машин под фонарем. Ребят, нифига не видно. Слушайте, походу Барби, может быть, Экзе или кто-то, или что-то мистическое на улице. Дим, как ты думаешь, может стоит сходить на улицу проверить? Я не знаю. Что это было? Что это было, ребят? Вы слышали? Кто там? Я не знаю. Вы слышите это? Кто здесь? О, Господи, что это такое? Обалдеть, Дим, что это, Дим? Я не знаю. Обалдеть, жесть, ребята, вы просто поглядите на это. Обалдеть, кто это все сделал? Кто это все мог сделать? Жесть. Это просто жесть. Что-то, здесь что-то написано. Ребят, обалдеть, очуметь просто. Это невероятно, пока мы спали. Кто-то наставил, ты погляди, давай сравним. Что это кровь или что, или это краска? Погляди, ладонь-то детская, погляди. Она меньше, чем рука взрослого человека. А, это была маленькая Барби Экзе. Это кукольная рука, кукольная Барби Экзе. У них же меньше руки, чем у человека, у Барби. Смотри, мышеловка, а в ней палец, жесть. Это что, настоящий палец? Не-не-не-не-не-не. О, мамочки! О, жесть! Тут что-то написано. Дим, тут написано на английском. Help Barbie Exe. Help Barbie Exe. Жесть. В смысле, помогите Барби Экзе. Это переводится как... Помогите Барби Экзе. Может быть, нам кто-то должен помочь, а не мы Барби Экзе. Господи, это еще что, Дим? Гляди. Аккуратно, смотри, аккуратно, там внизу прям капли крови. Погляди. Она на чем висит? Жесть. Что это за шприц? Слушай, походу, вот это вот кровь или краска, и что это? Ей написано послание. И подвешена Барби Экзе, причем Барби Экзе не та, которую мы заказали, а та, которая сгорела. Она висит здесь. Кто-то был здесь и оставил нам послание. Что оно означает, я не знаю, ребята, но ночью, пока мы спали с Димой, точно что-то происходило в этом доме. А вот что нам предстоит разгадать? Я не знаю, надеюсь, что вам понравилось это видео. Давайте обязательно соберем на нем 10 тысяч лайков, друзья. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. И вас обязательно ждет невероятно мистическое продолжение. Барби Экзе. С вами была Королева Мистики. Всем пока! Следы крови. Хвост отломила. Он сзади тебя! Сзади! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Друзья, сегодня я заказала проклятую кровь Барби Экзе, и мы с вами попробуем сделать гомункула, вырастить его. Что же вырастет, мы узнаем совсем скоро. А перед началом не забудь обязательно подписаться на мой канал, поставить лайк и написать самый крутой комментарий, потому что именно он, возможно, именно он попадет в мое видео, как этот. Кстати, со мной мой кот, черный кот Бен.
скажи всем привет, ребята. Итак, посмотрите, я уже все приготовила. Самый главный ингредиент, конечно, у нас пришел как лекарство. Вы просто посмотрите. Это реальная кровь Барби Экзе, заказанная на запрещенном сайте, ребята. Тут я вижу, даже есть инструкция. И эта кровь, по-моему, ну, как, впрочем, и во всех доставках, немного протекла. Видите, инструкция запачкана. Итак, кровь проклятой Барби Экзе для изготовления гомункула у нас есть. Далее, нам необходимы яйца. А, можно, кстати, брать любые яйца. Куриные, гусиные, утиные, индюшиные. А, так говорится в инструкции. Пластырь, чтобы заклеить отверстие, через которое мы будем вливать кровь. И также необходим специальный раствор, который придает жизнедеятельность этой крови. Потому что это не кровь, а плазма. И когда мы ее совместим вот с этой жидкостью, то она начнет развивать бактерии, развиваться и начнет зарождаться зародыш. Я надеюсь, что у нас все получится. Так, штучка, при помощи которой буду делать дырку. Перчаточки обязательно, потому что, ребята, работа с кровью очень опасна. Шприц, друзья. И мне еще необходимы будут ножницы. Я надеюсь, что вы готовы. Поставили лайк, ну а мы начинаем. Я надеюсь, что у нас получится. И, кстати говоря, у меня очень много видео, где я делаю гомункул. Даже я, по-моему, делаю гомункула Cartoon Cat и гомункула Сиреноголового. Поэтому обязательно наберите гомункул Королева Мистики. В поиске вам выдадут все мои криптовые видео. Так, давайте начнем с распаковки нашей посылки. Итак, кровь Барби. Прям вообще как в аптеке доставили. Обалдеть. Поглядите, так вот сама кровь. Смотрите, инструкция, Ниря. Не знаю, сейчас посмотрим. Все на иностранном языке. Ну, как и ожидалось, ребята, я на ломаном английском даже ничего не прочитаю. Но написано срок годности, условия хранения крови, точнее плазмы. Проклятая кровь Барби Экзе для изготовления гомункула. Необходима инструкция, то есть необходимо яйцо, пластырь, теплый свет. Кстати говоря, мы приготовили, чтобы потом завернуть сюда яйцо и при помощи лампы его подогреть, потому что, ну, организм развивается только в теплой среде. Там температура должна быть где-то плюс 20, да, Дим? В общем, короче говоря, вот такая краткая инструкция. И, конечно же, в конце осторожно, опасно. Если гомункулы может так развиться болезнь пожирателя. Вот это жесть, ребята. Короче говоря, гомункул, представляете, маленький зародыш еще, возможно, может и напасть. Подождите, здесь еще красным шрифтом написано: за гомункулом может прийти его мама. Обалдеть. Мама, то есть, это Барби Экзе, возможно, вновь появится в моем доме, как в предыдущем видео. Надеюсь, что вы его посмотрели, потому что мы слушали песню Барби Экзе наоборот. Мы много чего там услышали, разных слов, типа «убегай, давай поиграем», но я так и не разобралась. Мои подписчики в телеграм-канале обсуждают это, обсуждают. Я им скинула туда всю песню Барби Экзе наоборот, и они присылают мне те слова, которые, и те фразы, которые они услышали в этой песне наоборот. Там был голос сатаны, и было достаточно жутко. Так что переходите в мой телеграм, Ирина Ясинская, друзья, по закрепленной ссылке в комментариях, и также в описании есть телеграм. Кликайте на ссылку, не переживайте, подписывайтесь и вступайте в обсуждение, пишите мне, я вам буду отвечать. Так, отдираем мы нашу инструкцию до конца. Жесть, такая стрёмная Барби Экзе, ребята, просто жуткие зубы. Если у нас получится такой гомункул, тут можно, извините, прямо-таки и обделаться. Так, открываем и смотрим, что же у нас там внутри. О, резкий запах! Фу-фу-фу! О, ребята, нереально! Просто запах, я не знаю, какой-то отвратительный. Там еще что-то внутри, я думаю, что... Дим, не видать, наверное, ничего, да? Там что-то какая-то еще черная. Угу. Ладно, берем нашу кровь, берем нашу колбу. И аккуратненько заливаем плазму в колбу. Посмотрим, сейчас должна пойти реакция. Итак, смотрим. Смотрите, ребята, идет реакция. Сейчас бактерии начинают оживать. И уже нужно как можно быстрее брать небольшую дозу и вводить ее в наше яйцо. Итак,
Друзья, берем. Так, берем пластырь. Сейчас подготовим сразу, чтобы у нас ничего не протекло. Разрезаем. Вот так вот. Так, разрезали аккуратно. Что-то у меня руки затряслись, ребята. Что-то я переживаю. Так, пластырь наш готов. Отлично, это убираем. Распакуем тогда еще наш шприц, при помощи которого мы будем набирать нашу жидкость. Вот он, огромный шприц. Глядите. Так, сейчас наберем тогда сразу жидкости, чтобы у нас все было готово. Подождите. Нужно немножко размешать. Размешаем колбу. Смотрите, какая у нас получилась кровь и как много крови. Дело в том, что, возможно, не с первого раза получится. Может, я даже подумаю сейчас, что вот иногда не получается. Давайте сделаем сразу два. Сразу два яйца, а то вдруг там как бы из одного ничего не выйдет, и оно будет пустое, а ну во втором вдруг что-то зародится. Поэтому сделаем два на все пожарные, ребята, потому что в этой смеси не всегда может получиться то, что нужно. Так, погодите. Иголка мне нужна для того, чтобы я вводила. Никогда, ни в коем случае не повторяйте это, не делайте гомункула в 3 часа ночи. Мы проверяем на работу этот челлендж. Это кровь, это плазма Барби Экзе, стоит достаточно дорого, и достать ее, в принципе, невозможно, только-только для очень избранных блогеров. Ребят, такая возможность есть. Так, как же мне сейчас аккуратненько? Ребята, аккуратно-аккуратно, сейчас предельная внимательность, мы наберем. Немножко все-таки. Ну, немножечко, блин. Ну, иначе я никак не наберу. По-другому никак. Я надеюсь, что попадет жизненная бактерия. Слушай, ну, хватит, я думаю. Я думаю... Сейчас, погоди, как бы не брызнула. Так, все. Смотри. Все. Так, все. Воздух спущен. Я думаю, что там достаточно для 2 яиц будет. Но если уж не получится, тогда, ребята, мы будем пробовать еще, пока у нас не получится. Конечно же, мы это все не будем, мы это вырежем, смонтируем и покажем вам, что в итоге получилось. Так, ну я надеюсь, что у нас получится у одного из этих все-таки гомункул вырастить. Итак, берем мы яйцо, любое берем, допустим, вот это, и делаем в нем, друзья, так, легонечко отверстие. Небольшое, да, опа, все, видите, получилось отверстие. Вот дырочка, видите, сейчас через нее мы аккуратненько, блин, так, поставлю пока вот сюда, вот очень быстро мы вводим нашу плазму, видите, так, потихонечку, видите, немного вытекает, все, видите, я уже его оплодотворила. Но нам необходимо еще немного. Он выталкивает ненужный белок из яйца и заполняет его жизненным материалом. Смотрите, белок вытягивает, а это вводит. Желток также. Но я надеюсь, что там попало все то, что нужно, ребята. Итак, мы лишнее убираем. Там точно все попало. Я буду надеяться, что в этом яйце получится вырастить гомункул. И... вот это вот отверстие, которое у нас осталось, мы аккуратненько вот так вот и заскочиваем. Заскочиваем, чтобы туда не попадала инфекция. И давайте еще одно вот это вот давайте посветлее сделаем. Так, опять же мы делаем небольшое отверстие вот здесь. Давай. Опа, все, отверстие получилось. Немножечко делаем маленькую здесь вот отверстие, вот так вот поближе. Так, и начинаем вводить туда поглубже. Итак, остатки. Остатки вводятся, а видите, лишнее выходит. Все. Все лишнее выходит. Все добавилось? Отлично, ребята. Второй гомункул у нас тоже готов. Сейчас мы его пластырем. Отверстие это быстренько залепим. Жутко, ребята, выглядит все это жутко. Посмотрим, мне очень интересно, я думаю, что и вам тоже. Давайте залепим отверстие. Видите, там кровь, то есть все, мы оплодотворили. О, черт, блин, пластырь залепился неправильно. Давай. Теперь не откроется. Ага, открылся. Второй закрылся. Так, тихонечко. Сейчас мы тогда прям на этом. Вот так, потихонечку. Все. О, у нас все готово, теперь нам нужно приготовиться
И к тому, чтобы разогреть эти два яйца вот на этой тепловой лампе, мне необходимо сейчас сходить взять какое-то полотенце или что-то, ну, чтобы поставить туда эти два яйца. Сейчас вот я их вот так поставлю поближе. Другие пока вот сюда вот уберу, чтобы они не грелись. Ну, потому что сейчас нужно подождать, ребята, нужно подождать 3 дня. 3 дня выращивается гомункул до созревания того, чтобы он шевелился. Потому что, как бы, если его выращивать все 6 дней, как, ну, из него, возможно, получится прям реальный монстр, и он очень опасен. Поэтому мы вырастим его на 3 дня, посмотрим, он уже должен шевелиться, его органы должны будут сформироваться, посмотрим, как же выглядит гомункул Барби Экзе. Совсем скоро мы узнаем это, пока наши яйца греются в нашем инкубаторе собственного, так сказать, производства. Ждем 3 дня, с вами увидимся через пару секунд. Итак, ребята, у нас получился гомункул Барби Экзе. Мы все проделали, как было написано в инструкции с кровью, которая пришла к нам Барби Экзе вот здесь. Мы, смотрите, что сделали. Мы ввели вот эту вот кровь Барби Экзе прямо в яйцо. И посмотрите, прямо сейчас внутри нашей тарелки плавает гомункул Экзе, ребята! Вообще просто жесть! Я не знаю, живой он или нет, мы прямо сейчас попробуем его достать, ребята. Смотрим сюда поближе, поближе, поближе. Обалдеть, реально обалдеть, просто поглядите. Не знаю, он живой или нет, давайте попробуем. Я уже вижу какие-то лапки. Жесть, 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 жесть. Ребята, короче, я хочу его сейчас в пробирку положить. Вот в эту, чтобы он остался у меня. Жесть, что со светом? Что-то происходит. Дим? Черт. Сзади кто-то был. Откуда эти пятна? Откуда следы крови? Ребята, поглядите, здесь следы крови, поглядите. Походу, эта мамочка Барби Экзе за ним пришла за гомункулом. Вот это жесть, ребята. Да блин, да что это такое? Я что-то чувствую сзади. Что-то там сзади происходит. Это просто жесть. Здесь кто-то стоял, я реально это видела, ребята. Дим, где гомункул? Ребята, гомункул пропал. Блин, он, значит, был живой, гомункул пропал. Блин, где он? Черт подери! Он сзади, сзади тебя! Сзади, сзади! Нет, нет, нет. Сзади, не сзади! Сзади! Вот он! Жесть, лови его! Офигеть! Он живой, ребята! Он реально живой! Жесть! Черт, он прыгает! Он прыгает здесь! Да подождите! Черт! Надо его в пробирку! Жесть, жесть! Я его держу, держу! Он кусается! Жесть! Так, скорее, скорее, скорее! Так, нужно налить жидкости, иначе он умрет там. Он прыгает. Посмотри. Черт. Блин, я его что, задушила? Я его... Я не знаю. Смотри, ему хвост отломило. Жесть. Поглядите просто. Ладно, поселим его пока вот сюда. Залази, залази. Жесть. Где крышка? Черт, вот она. Так, все, все. Блин, нифига не видать. Сейчас чуть-чуть я это... Опа, опа. Ребята, хочу разглядеть его поподробнее в руках. Он меня реально кусал, Дим. Как он выпрыгнул из тарелки и сбежал. Слушайте, вообще, когда у зародышей на вот этом уровне развития, они всегда, когда, ну, рождаются, они по запаху бегут к матери. Значит, где-то здесь Барби Экзе. Нереально, поглядите, погляди, Дим, поближе. Посмотри, что у него там. Я, блин, его не разглядела, там лапки есть какие-то выше. Смотри, смотри, лапки. Жесть, походу я его убила. Ну-ка, давай посмотрим. Давай посмотрим. Так, ну-ка. Черт. Жесть. Он что, волосатый? Просто глянь, это... Это зародыш Барби Экзе с розовыми волосами. Погляди, у него волосы растут, шикарная шевелюра, как у Барби Экзе. Черт, я, походу, его придушила, когда ломила. Но, фу, ловила, все, я уже заговариваюсь, ребята. Но у нас реально получилось вырастить гомункул Экзе из крови, которую я заказала на сайте. И теперь у нас свой зародыш Барби Экзе, хотя он уже
и, как сказать, неживой. Давайте его обратно уберем. Жесть. Возможно, он, может быть, он спит. Возможно, ему не хватило какого-то кислорода. Но пусть останется здесь в пробирке. Посмотрите, реально, у него волосы. Вот так вот, друзья, из обычного яйца при помощи крови, заказанной на запрещенном сайте, мы получили гомункул Барби Экзе. К сожалению, он прожил недолго, но он у нас получился. И ты не забывай подписываться на мой канал. Всем страшной ночи. Пока! Я вообще не знаю, что это у... Ее нет здесь! Лиля! Лиля! Ее видно? Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Друзья, в предыдущем видео я оживила куклу Барби Экзе. После этого, знаете, что произошло? Я нашла вот такой вот браслет, ребята. Погодите, замусорился у меня. Вот такой вот браслет. И после этого я считала информацию с этого браслета при помощи своих экстрасенсорных способностей, ребята. Да, именно так. Я прочитала, что этот браслет якобы принадлежал женщине, которая по ночам под фонарем танцует, широко раскинув руки. И вы все в комментариях начали писать мне, что это именно сербская леди. Я не ожидала такого, что это будет именно она, друзья. После чего мне написала одна подписчица и сказала, что Ирина, сербская леди на самом деле существует, и будь поаккуратней, пожалуйста, с этим браслетом, ребята, потому что он проклят, сказала она. После этого я лично ей написала и пригласила ее на очную встречу для того, чтобы обсудить детали, откуда и что она знает. И прямо сейчас этот человек сидит у меня в машине, друзья, и мы прямо сейчас узнаем от первого лица, что она нам расскажет. С вас подписка, лайк, и погнали! Эта женщина сейчас находится прямо в моей машине. Да, это не обычная девочка-подписчица, это реально взрослая женщина. И поэтому у меня есть огромная вероятность того, чтобы я ей могла доверять, понимаете? Потому что ребенок-то, он может, ну, как бы и соврать, а вот взрослый человек врать не будет. Здрасте, можете выходить. Слышь, здрасте, не стесняйтесь. Так, пойдем сюда. Смотрите, вы мне скидывали координаты того, что именно... Ладно, начнем с того, что я вас представлю. Ребята, эту женщину зовут Лиля. Вот, и правильно ли я понимаю, что мы сейчас находимся на том самом месте, где, как вы утверждаете, находится сербская леди? Да. Те координаты, которые вы мне прислали, мы с Димой вместе посмотрели их, и получается, что это где-то у этих фонарей. То есть люди, которые вам рассказывали на работе о том, что именно сербская леди существует, и она находится где-то здесь, это правда? Вы это подтверждаете? Да, правда. Вы могли бы мне поточнее показать это место? Вы были здесь вместе со своими, ну, друзьями, с тем, кто рассказывал? Это да, где-то, да. Точнее, как, какой из этих фонарей? Пойдемте, не переживайте, потому что как бы вообще, как вам рассказали, то, что она приходит где-то в 3 часа ночи, да? Да. Сербская леди приходит в 3 часа ночи. И получается, что... Так, пройдемте сюда. Так, получается, что это где-то между вот этим и этим фонарем. Верно я вас понимаю? Да. А вы могли бы поподробнее рассказать, то есть, что конкретно люди, которые здесь были, видели? То есть они в 3 часа ночи каким-то образом оказывались здесь для того, чтобы проверить эту городскую легенду, существует ли на самом деле сербская леди или нет. И что они делали? Они подходили рядом к столбу и что-то говорили, или она сама появлялась? Она сама появлялась. А говорили, что она, ну, как бы с ножом нападала, или что у нее на руке, возможно, был какой-то вот такой вот браслет?
Такие истории были? Были, браслет был на руке. И браслет был. Ребята, значит, все совпадает. Возможно, велика вероятность того, что это браслет сербской леди. В общем, я не знаю, у меня есть такое предположение, что сегодня она может появиться здесь. Как вы думаете, она каждую ночь появляется или только по определенным каким-то ночам? Каждую ночь или... Я думаю, каждую ночь. Каждую ночь. Давайте проверим, возможно, здесь на этом столбе что-то есть, какие-то отметины того, что, может быть... Вы что-то нам, ну, покажете. Может быть, чем-то он как-то отличается. И вообще, он горит? Он, фонарь горит, когда она приходит, или нет? Горит. А сейчас он не горит. Возможно, у нас тогда не получится ее увидеть и заснять на скрытые камеры. Но суть в том, что у меня вот этот браслет, я его хочу сейчас здесь оставить. Вот. И так как, ребята, у нас сейчас время около 3 часов ночи, возможно, вы еще знаете о каких-то происшествиях, которые здесь происходили с теми людьми, которые здесь встречали сербскую леди. Да, здесь было, что эта же сербская леди нападала с ножом на людей. Господи, какой ужас, ребят. Был такой. Обалдеть, реально. Короче говоря, ребят, сейчас время почти 3 часа ночи, то есть 2:30 ночи. А сейчас я при помощи приложения на своем айфоне попытаюсь просто проследить эту местность на аномалии и на нахождение призраков. Пока мы Лилю отпустим, пусть она посидит в машине, и около 3 часов ночи мы поставим здесь пока скрытые камеры. Мы посмотрим. Лиль, побудьте пока в машине. Идите, не волнуйтесь, как бы мы... Все будет хорошо. Идите, идите. Вот. А мы сейчас с Димой пока будем исследовать эту местность на паранормальные явления, на наличие здесь каких-либо призраков при помощи очень супер крутого приложения, которое я скачала на свой телефон. Я уверена, что здесь все правда, поэтому если что-то будет, то это приложение обязательно покажет. Так, осторожно здесь. Вы не волнуйтесь, все конфиденциально. Никаких контактов я оставлять не буду, так что вы не волнуйтесь, вас никто не обидит и ничего с вами не случится. Мне очень жаль, что другие ваши близкие люди, находившиеся здесь, уже как-то пропадали. Но я надеюсь, что больше этого, вернее, я уверена, что больше этого не повторится. Подождите, пока мы исследуем местность, а потом вместе проверим, придет ли сербская леди к нам сегодня или нет. Итак, ребят, сейчас я запускаю приложение, и мы... будем изучать эту местность. Итак, я запустила радар, ребята, на привидение. Ghost and Radar. То есть это радар на привидение. Но смотрите, смотрите, вы видели? Красная точка. Красная точка, Дим, смотри, левее. Смотри, он перемещается, посмотри. Он то здесь, то там. Ребята, это просто жесть. Это место кишит призраками. Погляди, погляди. На этом крыле нет. Сзади, сзади, где машина. А когда мы приближаемся вот к этому месту, где со слов Лили здесь находится сербская леди, радар просто зашкаливает. Вы поглядите. Вы слышите? Вы слышите, он запищал. Мамочки, мне становится жутко, Дим. Здесь точно есть что-то паранормальное. Какой-то призрак. О, нет. О, нет, Дим, этого просто не может быть. Браслет, я его оставила здесь. Он исчез. Пропал. Браслет исчез. Рядом с этим столбом аномальная активность. Это было видно. Тут точно присутствует сербская леди. Друзья, мы будем ждать еще полчаса и будем наблюдать все из машины. Появится кто-то или нет, я не знаю, но оставайтесь с нами. Скорее в машину. Я уже даже не знаю, лучше повезет нам или нет. Увидим мы сербскую леди или нет. Дим? Лили, нет. Как нет? Ее нет, пустая машина. Она что, пропала? Не может быть. Ее нет здесь. Как не может быть? Ты закрывал машину? Да, да, да. Никого нет. Блин, я не слышала, как двери хлопнули. Где она? Дим, черт, у столба смотри. Кто? Там кто-то, я не знаю. Черт, не может быть, эта сербская леди танцует. Блин, это она, жесть. Слушай, походу, это Лилия и есть сербская леди. Этого просто не может быть. Жесть. Лиля, с вами все в порядке? Лиля? Лиля, что с вами?
Лиля! 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 Скорее машину! Скорее! Жесть! Она остановилась! Ее видно? Смотри, она танцует! Ребята, жесть! Лиля оказалась и есть сербской леди! Дим, она исчезла! Дим! Черт! Господи! Ребята, я не знаю, что произошло, потому что женщина выглядела достаточно нормальной. Дим, тебя все пишет, ты задел микрофоном. Все. В общем, друзья, походу, это Лиля и есть сербская леди. Хотя, я сомневаюсь, пропал браслет, пропала Лиля. Я вообще не знаю, что думать. Боже. Ладно, друзья. Я вообще, у меня все мысли путаются. Господи, всем пока. Находимся на кладбище. Что? Господи, что это? С реальной могилой сербской леди. Разгадываем, что означают эти надписи на карте. Там точно должен быть артефакт. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и мы сейчас с Димой находимся на кладбище, потому что сегодня ночью мне позвонила сербская леди и сказала, что я должна отыскать следующий артефакт. Артефакт номер 2. И, друзья, она прислала мне координаты этого места. Я была в шоке. Вот они, эти координаты, ребята. Тут еще кое-что написано. Мы пока еще с Димой разгадываем, что означают эти надписи на карте, но мы уже приехали к месту назначения. Мы были просто в шоке, когда узнали, что это место находится на кладбище. Друзья, как вы думаете, что значит 10-6, стрелка, 26? Мы сейчас стоим вот здесь, вот где крестом отмечено, ребят. Мне жутко, я в жизни. Мы реально стоим на кладбище. Следующий артефакт на кладбище. И это очень опасно, потому что это может быть, я не знаю, ну, может быть какой-то проклятый артефакт. Или со мной случится что-то опасное, потому что, ну, сами понимаете, это кладбище, здесь очень много мертвых людей, и случиться может все что угодно. Я действительно, так как немного обладаю экстрасенсорными способностями, я чувствую всю боль и смерть, вот эта вот, которая здесь на кладбище. И брать отсюда какой-то артефакт мне жутко. Ну и то, чтобы меня преследовала сербская леди, я тоже не хочу. Поэтому мне необходимо отыскать все артефакты и отдать их сербской леди, друзья. Я надеюсь, что у нас получится. У меня есть предположение. Сейчас мы находимся на точке, где-то здесь. И вот отсюда, смотри, 10-6. Дим, как ты думаешь, может быть, это 10 шагов? Да. 10 шагов, и получается стрелка вправо. Нам надо найти эту точку. 10, да. Конкретно точка. Как понять, что? Потому что она здесь обозначена очень широко. И 20 шагов направо, и 20 шагов налево. Так, погоди, сейчас. Я не чувствую. Это место не здесь. Земля холодная. Нету. Я не чувствую здесь. Подожди, а может... Того места. Погоди. Там еще красный раз. Написано. Может, красный, может... Красный. Что-то искать. Красный. Смотри. Точно. Ты был прав. Мы были совсем близко. Что это такое? Красный. Ленточка. Красная лента. Не может быть. Погоди. Это отмеченная точка. Это отмеченная точка. В общем, от нее нужно 10 шагов. Направо сначала, да? Ребят, давайте посмотрим. 10. Погоди. 10 шагов направо и 20 шагов налево. Правильно? Так, право. 10 шагов право налево. Значит. Да, погоди, нет, 10 шагов налево, стрелка туда, да. Значит, налево, да? Да. И 20 шагов направо. Так, идем, 10 шагов налево, ребят, прямо сейчас. Отсюда. Так, где? Получается, прям где-то рядом. Да, мы где-то рядом, артефакт где-то здесь. Дим. Так, 10 и 20 туда. Дим, отсюда, от точки.
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 20 шагов получается направо. Туда внутрь пойдем. 20. Старая могила. Старая могила. Ты думаешь, здесь? Смотри, там же красные цветочки. Надо искать. Я не знаю, нужно искать артефакты. Что ты видишь здесь? Подожди, подожди. Вокруг этой могилы. Вокруг этой могилы нужно... Дим, он точно должен быть где-то здесь. Надо искать. Я не знаю, где искать. Что это? Мамочки. Что это? Смотри, 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 снимай. Все, записывай, чтобы ребята видели. Господи, что это? Это какая-то... Офигеть! Короче говоря, ребята, мы гоним машину. Мне здесь жутко, посмотрим, что здесь внутри. Красная коробка. Там точно должен быть артефакт. Увидимся сейчас. Мы побежали с Димой в машину. Дим, а вдруг артефакт, который мы нашли на могиле, принадлежит могиле сербской леди? Посмотри, это женщина 1909 года рождения. Может быть. Душа сербской леди вышла из могилы и присутствует, и вселяется в любых людей. Эта женщина, Дим, сними ее еще раз поближе, может оказаться реальной сербской леди. Это может оказаться реальной могилой сербской леди, ребята. Вот это очуметь! Просто у меня мурашки на коже, ребята. Валим отсюда, валим. Ребята, мы вернулись домой. Я знаете, что обнаружила? У меня, короче, пропал ожог от браслета, который мне отдала сербская леди. И тут остался небольшой синяк, но его плохо видно. Может, вы разглядите, и очень сильно болит. Короче, начинает проходить. И фишка в том, что я абсолютно не могу снять этот браслет. Я не знаю, наверное, скорее всего, когда этот мистический квест закончится, тогда я и смогу избавиться от этого браслета. А для того, чтобы мистический квест закончился, мне нужно собрать все артефакты. Первым артефактом у нас было вот это пианино, которое при включении играет мелодию сербской леди. И теперь этот артефакт лежит у нас дома. Второй, кстати говоря, видео, как мы нашли этот артефакт, вы можете посмотреть на моем канале «Сербская леди», по-моему, часть 9. В этом видео мы нашли артефакт первый. А сегодня мы нашли второй артефакт, и спрятан он был на кладбище, друзья. Сейчас я открою, и мы узнаем, что же там внутри. Вау, красная коробка. Офигеть, ребята. Ну что, я думаю, что нужно нажать вот на эту кнопку, и тогда у нас получится открыть. Видите, никаких знаков, ничего нет. Что там внутри? Открывай. 1, 2, 3. Вау, вау. Это что? Какая-то монета, ребята. Но она стопудово проклятая, потому что на кладбище не может быть ничего не проклятого. Давай, Дим, попробуй ее достать. Опа! Офигеть! Она реально огромная, ребят. Поглядите, дай-ка я сама ее разгляжу. О, это гадальная монета! Здесь написано yes, а тут no. То есть это монета, на которой можно спрашивать, ну, как бы, да или нет. Давайте поиграем прямо сейчас. Только для начала посмотрим, больше ничего нет, потому что в этих всяких коробочках обязательно есть какие-то потайные вещи. И я вот вижу тут какая-то ниточка, давайте посмотрим. Точно, я была права, здесь записка. И записка от сербской леди. Стопудово, Дим, я реально стрёмно. Смотрим, ребята, что тут нам сербская леди, какое послание. Артефакт номер 2. Мы нашли его. И теперь в нашей коллекции 2 артефакта. Просто нереально, смотри, здесь ноу и какой-то демон нарисован. А здесь yes, ну то есть да. И тоже там какая-то проклятая штучка. У меня возникли вопросы. Я чувствую от этой монеты огромную мистическую, магическую просто энергетику. Ладно, давай спросим у этой монеты. Монета, скажи, ты принадлежишь сербской леди? Смотрим.
Да! Это монета сербской леди. Ты являешься вторым артефактом, который я должна была найти? Да! Отлично, ребята. Мне необходимо найти все артефакты, чтобы снять этот браслет, проклятый браслет сербской леди. Да. В общем, ребята, я узнала то, что я хочу, и теперь мне остается отыскать следующие артефакты. Я не знаю, они могут быть где угодно, но мы будем ждать звонка сербской леди в 3 часа ночи, потому что перед тем, как я отправляюсь на поиски новых артефактов, мне обязательно приходит сообщение или звонок от сербской леди с координатами места, где находится этот артефакт. С вами была Королева Мистики. Всем пока!